Глава республики, представители Совета Федерации и правительства возложили цветы к импровизированному мемориалу Карачаево-Черкесия «Скорбит со всей страной». Десятки сельских и городских школ вошли в проект «Модернизация системы образования». Как идет масштабное развитие образовательных учреждений, обсудили на совещании. Хотя они еще молодые ребята, но уже хорошо разбираются в ремонте легковых автомобилей и тяжелой техники. Лучших выявляли в региональном этапе конкурса «Профессионалы». 120 спортсменов ЮФО и СКФО оспаривали звание сильнейших на турнире по дзюдо на призы заслуженного тренера Карачаево-Черкесии Сифара Меликаева. Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24. Вести. Карачаево-Черкесия». Карачаево-Черкесия скорбит со всей страной в связи с чудовищным по своей жестокости терактом, бесчеловечным актом насилия, которое унесло жизни наших соотечественников, абсолютно ни в чем не повинных людей, мирных граждан. Президентом России Владимиром Путиным 24 марта был объявлен днем траура. Сегодня, как и вчера, люди целыми семьями, коллективами, вместе с детьми и старшими продолжают приходить к мемориалу с цветами. Альбина Ламкова подробнее. Возле мемориала оживленно. Люди продолжают все эти дни нести цветы, не только их, но и игрушки, зажигают свечи, выражают слова соболезнования. Трудно сдержать эмоции здесь. Это общая национальная боль для всех россиян. Все скорбят. Чтобы почтить память жертв страшной трагедии, жители нашей республики, люди разных профессий коллективно приходят к мемориалу. Поток все эти дни не прекращается. Выразили слова скорби, а также слова поддержки родственникам жертв ужасной трагедии медики из лечебно-реабилитационного центра республики. Я и моя семья очень тяжело восприняли эту тяжелую трагедию. Словами трудно описать, что произошло. Вот на сегодняшний день, что мы должны делать? Мы должны все вместе сплотиться и быть едины. Это все проделки нацизма. Наш коллектив глубоко скорбит, и мы вместе всем умершим будет земля пухом, а живым скорейшего выздоровления. Накануне, в день общенационального траура, глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов обратился к жителям республики. «Великая Россия – одна большая крепкая семья, и произошедшая трагедия – наше общее горе. Трагедия для всего российского народа. Вся Карачаево-Черкесия разделяет с родными и близкими погибших боль невосполнимой утраты. Скорбит вся страна, весь многонациональный народ России». Глава государства сказал очень важные и мудрые слова, что «никто и ничто не может поколебать нашу сплоченность и волю, нашу решимость и мужество, силу единого народа России. И эти страшные дни в очередной раз доказали, что мы вместе, мы со своей страной, со своим президентом готовы поддержать друг друга, противостоять любым вызовам и пережить любые испытания. Светлая память погибшим, скорейшего выздоровления пострадавшим. В день общенационального траура глава региона Рашид Тимрезов, член Совета Федерации Ахмат Салпагаров, председатель правительства Республики Мурат Аргунов и руководитель администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурат Озов возложили цветы к импровизированному мемориалу в память о погибших в подмосковном Крокус-Сити-Холле. Именно так наш народ отвечает этому бесчеловечному теракту еще большей сплоченностью и единением, отметил Рашид Тимрезов. Жители Карачаево-Черкесии присоединились к акции «Журавли». Они публикуют видео, фотографии на своих страницах в социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассники и мессенджеры Telegram на стилизованные изображения взлетающих в небо журавлей. Вместе с тем на фоне окон, фасадов зданий и улиц региона. Акция получила название в честь песни народного артиста Советского Союза Муслима Магомаева «Журавли», имя которого носит концертный зал, где и произошла трагедия. Присоединиться к акции может каждый. Для этого необходимо сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать свой собственный вариант и поделиться им в социальных сетях, например, установив картинку журавля на аватаре.
Другим темам – модернизация системы школьного образования в Карачаево-Черкесии, итоги и пути совершенствования. Министр образования и науки республики Инна Кравченко провела совещание по вопросу реализации данной программы. В региональный проект вошли 42 общеобразовательные организации, в том числе 40 школ в сельской местности. На совещании работали не только участники программы модернизации школьных систем образования, но и те, кому только предстоит войти в проект. Для того, чтобы учесть замечания, принять предложения и усовершенствовать свою работу. Ведь программа «Модернизация школьных систем образования» не ограничивается только ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ. На совещание приглашены руководители общеобразовательных организаций, участники проекта 2022 и 2023 года, а также руководители образовательных организаций, которые в 2024 и 2025 году также будут являться участниками данного проекта. Для чего? Для того, чтобы обменяться опытом, учесть какие-то замечания и предложения и усовершенствовать работу в рамках данной программы. А также сегодня приглашены представители Министерства строительства, Управления капитального строительства и подрядчики. Потому что к подрядчикам тоже есть вопросы, мы готовы сегодня с ними обсудить, дать какие-то предложения конкретные, чтобы усовершенствовать процесс ремонта в рамках реализации данной программы. Хочу отметить, что до конца 2025 года у нас будет отремонтировано 60 общеобразовательных организаций, а сама программа продлится до 2030 года. В Карачаево-Черкесии продолжается региональный этап конкурса профессионала. 22 направления для студентов и 11 для школьников. И как итог, десятки будущих квалифицированных специалистов для отечественных предприятий. За некоторыми состязаниями по профессиональному мастерству наблюдал корреспондент Артур Мхце. Для начала мы берем проблемодиодный, проверяем работу аккумулятора. Вадим учится в 10-й школе Черкеска. По словам юноши, ему интересно все, что связано с автомобилями. Когда он узнал о региональном этапе конкурса профессионального мастерства, решил поучаствовать. Ведь так и свои знания покажет, и опыта у экспертов наберется. Мне очень интересны автомобили. Интересно, они мне где-то уже 4 года. Ну, у отца есть своя автомастерская. Я часто смотрю туда, помогаю ему иногда. Оттуда интерес и взялся. Конкурс «Профессионалы» проводится в Карачаево-Черкесии не первый год и собирает на нескольких площадках учащихся многих образовательных учреждений республики, как студентов колледжей, так и школьников. Для одних это хорошая возможность показать себя перед потенциальными работодателями, для других – определиться с профориентацией. За состязаниями по 22 компетенциям для студентов и 11 для школьников наблюдают более 200 экспертов, в том числе представители предприятий, которых можно считать самыми заинтересованными лицами данного конкурса. Это важно для чего? Для того, чтобы работодатели, которые постоянно отслеживают такие конкурсы, такие чемпионаты, которые участвуют в качестве эксперта в этих конкурсах, могли отобрать для себя самых лучших студентов, школьников, которые перспективные в этих направлениях, и в дальнейшем предложить им работу. Часть состязаний профмастерства проходит на территории Республиканского индустриально-технологического колледжа, где у ребят есть возможность применить на практике теоретические знания. В этих мастерских школьники определяют лучшего по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Студенты работают с тяжелой техникой. Сейчас я сниму головку. Поставлю на стенд, затем я сниму поршень, посмотрю на состояние его, состояние гильз и колец масляных. К слову, в числе участников есть представители других регионов. Так, этот конкурсант приехал из Чеченской республики. Он с огромным удовольствием постигает азы управления экскаватором. И по мнению членов жюри, в данном компоненте молодой человек весьма преуспел. Итоги состязаний по каждой дисциплине будут подведены по результатам нескольких этапов. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. Воспитатель года 2024. Финал регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса состоялся в Черкесске в Центре для одаренных детей «Спутник». Мероприятие собрало самых талантливых и творческих работников дошкольных образовательных учреждений Карачаево-Черкесии. Подробнее Дарья Тендит. В актовом зале собрались претенденты на победу, члены жюри и зрители. Перед началом финального испытания педагоги гордо и уверенно вышли на сцену. Всех собравшихся поприветствовала Инна Кравченко. Участникам министра образования пожелала успешного выступления. Она также отметила, что интерес к конкурсу с каждым годом только растет.
Сегодня мы проводим мастер-классы, плюс познакомились с их работой, которую они представили методическую. Все это будет оценено и будет определен победитель, который представит нашу республику в Красногорске, в городе Красногорске Московской области. И победитель заключительного этапа всероссийского конкурса будет уже определен как раз в день работников дошкольного образования 27 сентября. 12 финалистов регионального этапа порядок выступления выбирали жеребьевкой. Воспитатель Светлана Кречетова, педагог 31-го детского сада «Золушка». В финале она представляет город Черкесск. Работает в этой сфере Светлана на протяжении 25 лет. Это очень интересная профессия. Самое главное для этой профессии – это, конечно же, любить детей. А я их очень люблю. Расскажите, как вы думаете, все ли сегодня получилось? Все, что планировали, получилось. Я думаю, всем понравился наш новый эффективный метод макетирования, который мы сегодня представляли. Оценивали выступления участников члены жюри, специалисты в области образования. Они определяли не только техническое мастерство воспитателей, но и их творческий подход, а также способность вдохновлять и формировать личность детей. Республиканский этап на очень высоком организационном уровне. Безусловно, участники волнуются, но тем не менее они нам показывают свое мастерство, свои профессиональные навыки. И я убеждена, что каждый конкурс профессионального мастерства позволяет получить уникальный опыт и продемонстрировать, проявить свои лучшие навыки. Финал конкурса оказался настоящим праздником. После напряженного ожидания председатель жюри Инна Кравченко объявила имя победителя конкурса. Диплом победителя регионального этапа всероссийского профессионального конкурса. Воспитатель года России 2024. Вручается Гакаевой Елене Георгиевне. Призерам вручили дипломы и денежные призы от Профсоюза образования республики и от главы нашей республики. Дарья Тендит, Ренат Муков, Вести Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесии появился фруктовый сад на века дары детства. На территории туристско-рекреационного комплекса «Медовые водопады» высажено более 600 саженцев фруктовых деревьев. Акция была приурочена к Международному дню земли. С инициативой посадки сада выступила региональный координатор проекта «Навигаторы детства» Людмила Барлакова. В акции участвовало около 100 человек. Это координатор проекта и волонтеры. Постигать философию мягкого пути в Карачаево-Черкесию съехались лучшие приверженцы японского искусства единоборства без оружия. В Уджгуте прошел первый межрегиональный открытый турнир на призы заслуженного тренера Карачаево-Черкесии Сифара Хасановича Меликаева. За состязаниями наблюдал Ахмат Халкевич. Соревнования собрали лучших спортсменов не только из КФУ и ЕФУ, но и из других регионов страны. На турнир съехались 120 спортсменов в возрасте до 21 года, которые будут оспаривать звания сильнейших в 8 весовых категориях. Конечно, мы готовимся серьезно к каждому сопернику. Думаю, есть от кого опасаться. Удалось увидеть очень много приемов, которые я бы даже не рискнул бы зайти на которые. Будем перенимать опыт, стараться в дальнейшем добиваться больших результатов. Соревнования хоть и не являются отборочными, но уровень конкуренции ничем абсолютно не уступает своим накалам, чемпионатам и первенствам как окружного, так и всероссийского уровней. Именно на подобных состязаниях спортсмены приобретают ценный опыт, который необходим для роста мастерства, отмечают организаторы. По дзюдо так не скажешь, по дзюдо любой может преподнести сюрприз, любой может выиграть у любого. Дзюдо такой вид спорта, конкуренция бешеная, так что надеемся на честные, хорошие схватки. Личность Сифара Хасановича уникальна по целому ряду причин. Он первым из Карачаево-Черкесии в 1973 году был удостоен почетного спортивного звания мастер спорта СССР по самбо, дзюдо и национальной борьбе. Вячеслав Иванович Пчелкин меня тренировал. У нас был зал ширина 4 метра, длина 9 метров. Это было полуподвальное помещение, где мы начали. Это я хочу просто подчеркнуть, что уровень борьбы дзюдо в Карачаево-Черкесии очень высоко поднялся. Как поделились организаторы, в планах сделать турнир традиционным. Состязание организовано по инициативе Региональной федерации дзюдо при активном содействии администрации Уйджигутинского района и ряда бизнес-структур. Ахмат Лалкичев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Уйджигута.
Творческая семейная пара Фарида и Кошали Зармамбетовы стали семьей года в Дагестане. Как проходило мероприятие, каков секрет крепкого семейного союза? Об этом они рассказали нашему корреспонденту Беле Джазаевой. Интервью смотрите далее, а наш выпуск завершен.